В общем-то, чудненький выдался ноябрь, да и декабрь месяц. Морозы под минус с ветерочком. И как результат? Как результат, полные автомастерские, полные машин, которые не заводятся. Потому что свечи залиты, аккумуляторы посажены. Ну и масло, в общем-то, надо было поменять вовремя. Если вы это еще не успели сделать, и вам необходимы качественные и оригинальные запасные части, как, в общем-то, и аккумуляторы, приезжайте сюда. Рядом с досуговым центром «Магнит» располагается Bosch Service. «Магнит». Давайте коснемся все-таки темы оригинальных запасных частей и подделок. Дело в том, что вот на рынке, допустим, я видел тоже продукцию Bosch, но почему-то по странно низкой цене. Что это такое вообще? Ну, рынок у нас наполнен подделками, а у нас оригинальные запчасти фирмы Bosch. И в очень большом ассортименте. А за качество, как говорится, фирма Bosch ответственность несет. На какие модели, допустим, есть у вас свечи? Очень большой ассортимент, практически 80-90% любых автомобилей. То есть проблемы с автомобильными свечками, как, допустим, иридиум, платинум, нет вообще никакой? Нет, у нас любые новые технологии, также иридиум, платинум, это все есть в наличии. Ну давайте похвалимся, вот они, те самые свечки. Вот это в моих руках, что это такое? Это дворники по новой технологии, бескаркасные, которые не боятся обледенения, а это очень заметно зимой. На какие модели есть эти дворники? Ну, на большой выбор автомобилей. Редкое исключение, когда их нет на какие-то модели. То есть можно забыть о том, что выходить из машины и стучать по дворникам, чтобы они работали. Здесь такой проблемы нету? В этом-то и проблема, что они когда покрываются льдом, они дубеют, а эти остаются эластичными и хорошо подметают стекло. Ну и в моих руках последняя новинка от Bosch сервиса. Также у нас есть фильтра Bosch. Я вижу место изготовления, до боли знакомое. Штутгарт, Германия. Это место, где тебе недавно довелось побывать. И самое удивительное, но то, что мы не можем поднять в кадр, это аккумуляторы. Аккумуляторы Bosch Silver. У них применена новая технология с добавкой серебра. У них очень повышенный ток отдачи. Это практически в наши морозы незаменимая вещь. Ну и к вопросу компетентности. В компетентности специалистов Bosch Service Magnit я лично не сомневаюсь. Потому что доставляют они мне запчасти на мои американские автомобили, редкие американские автомобили, достаточно оперативно и быстро. А я сомневаюсь в компетентности других специалистов и других сервисов, подчас достаточно очень крутых. Потому что когда я, допустим, зашел на один из них, не буду называть все-таки, может быть, люди поймут, о ком я веду речь. Мне сказали, что поменять свечи и установить их на Lincoln Town Car будет стоить мне 3000 рублей. На что я им ответил, что за 3000 рублей я поменяю свечки на 10 Town Car. Здесь же в Bosch Service Magnit всегда конкретная, полезная и доступная информация.